Коллеги, доброе утро! Сегодня у нас 24 апреля 2015 года, пятница. Мы начинаем видеопрограмму «Торговый план» на видеопортале трейдеров U-Trade TV. С вами Игорь Суздальцев. Ну что, коллеги, сегодня у нас последний день недели. Сегодня интересный день. Интересен он вот чем. Прежде всего, что сегодня мы участвуем в работе Moscow Forex Expo. Поэтому сегодня мы проводим торговый план, и я выезжаю к 12 часам на Forex Expo, там настраиваю, надеюсь, в 12 уже зайти оттуда. Ну, модератор, естественно, остается в сети, присматривает за всем, что происходит. Вот, это первое. Завтра, кстати, тоже, сегодня с 12 до 6 Forex Expo, кто в Москве, всех приглашаю, будет интересно, там есть с кем поговорить, на что посмотреть. И в 15:20 я выступаю по теме U-Trade TV в зале Пушкин. Да, место проведения – это Radisson Славянская гостиница на метро Киевская. Значит, это вот что касается сегодняшнего дня. Завтра Forex Expo продолжается. Кому-то, может быть, в субботу есть время, желание проехать туда. С 11 до 18:00 выставка также работает. Ну, давайте перейдем к другим новостям. Прежде всего, хочу сказать, что продолжается отзыв лицензий у банков российских. На этот раз пострадали два московских банка, Таурусбанк и КБ единственный. Вот, единственный банк мы потеряли, теперь что делать, непонятно. В Украине продолжается сложная такая обстановка, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Ну, как бы, на мой взгляд, это уже привычный такой слегка негативный фон. Да, звук вроде бы, я проверил тоже утром, вроде бы звук шел нормально. Так вот, тут больше интересует дело в Йемене, что там происходит. Потому что ясно, что вчера нефть резко выросла на том, что вроде бы пошли слухи о том, что там все нормализовано. Точно так же может внезапно качнуться в другую сторону, если вдруг выяснится, что какие-то начинаются новые сложности, и, видимо, на этих сложностях, ну, нормализовано это одно, а, видимо, на каких-то сложностях, самые разные сообщения, часто противоречивые, тут надо изучать рынок, ничего другого не приду, надо изучать СМИ, российские, зарубежные, чтобы более-менее прорваться к какой-то информации. Ну вот, на этих новостях рынок будет качать сегодня. Сейчас цена прекрасная, 64,63. Нефть в марке Brent стоит. На мой взгляд, это должно поддержать российский рынок сегодня очень и очень серьезно. Вот. В принципе, мы понимаем с вами, что чем будет хуже ситуация в районе Йемена, тем нам лучше, потому что война не у нас, а цены на нефть растут для нас. Поэтому сильно возмущаться, там, что там в Йемене и так далее. Ну, вот что-то происходит, да. Вот. Ну, кто-то вот это все организует. А так, чтобы сильно ругать эту тему, не надо, не надо. Не то, что я как бы циник, да. Вот. Ну, вселенской справедливости нет, поэтому нам возмущаться тем, что в итоге цена нефти растет, особо не стоит. Вот. Давайте посмотрим, как мы закрылись вчера, коллеги. Вчера мы закрылись. Минус 0,8% по индексу ММВБ, но плюс 2,4% по индексу РТС. Очень хорошие показатели. Ну, а рубль, понятно, на растущей нефти. Вчера нас просто порадовал, без сомнения. Рубль 37 мы укрепились вчера к доллару. В моменте 50,80. Я смотрю спот на бирже, коллеги. И по евро мы укрепились на 92 копейки. 55,01 мы закрылись. Тоже прекрасный показатель, без всякого сомнения. Поэтому надеемся, уже я могу сразу сказать, что надеемся, поскольку резких каких-то негативных новостей нет, внутренние все настроены на рост, надеемся на зеленый день впереди, и укрепление рубля, и укрепление индексов. Почему отпускает ММВБ? Это какая-то наша внутренняя здесь игра идет. Нет никакой причины к снижению. Вот, и что-то как бы тут не все мне понятно, но я думаю, может быть, хватит уже сходить с ума, уже, может быть, все надо, чтобы все подрастало, все-таки основной индекс, индекс ММВБ, без сомнения, наиболее, так сказать, часто цитируемый и
как ориентир экономически используемый, я думаю, что не надо его снижать в то время, как все растет. Вот из четырех базовых показателей три растут, индекс МВБ снижается. Это неправильно. Надеюсь, это у нас будет осознанно. Ну что, коллеги, в принципе, день, еще раз говорю, может быть хороший. Значит, перейду к некоторым новостям чисто биржевым. Значит, я получил письмо от срочного рынка, и они просят обратить внимание на следующую информацию. Майская экспирация, это письмо Станислава Говорова, срочный рынок Московской биржи. Добрый день, Игорь. Обратите внимание, пожалуйста, на следующую информацию от срочного рынка Московской биржи. Майская экспирация будет проходить в автоматическом режиме для опционов в деньгах. Однако Московская биржа не будет повышать требования по гарантийному обеспечению купленных опционов за две торговых сессии до экспирации, как это было в апрельской экспирации. Вот. То есть биржа сама поняла, что она, резко подняв ГО, выбила людей многих с рынка, нанесла, ну, естественно, убыток определенный, или, во всяком случае, недополучение прибыли, плюс вызвала массу критики в таком варианте автоматического режима экспирации для опционов в деньгах. То есть она повышать не будет, однако просим учесть, пишет дальше Станислав, что такая возможность остается у вашего брокера, поэтому просим быть внимательными в день экспирации. То есть за две торговых сессии, за два дня, они повышать ГО не будут. Конечно, вот собственно ГО – это основной метод кидалова на срочном рынке. Почему я так и не могу до сих пор начать торговать на срочном рынке, на российском? Потому что, ну как, вот ты положил деньги, и вдруг у тебя оказывается там в 2-3 раза меньше. Я вот этого не понимаю. Я понимаю спред, торговать по спреду на Форексе. Рисков никаких. Спред не может из одного стать в 30 сразу превратиться. Это там раз в 100 лет бывает. Вот. А здесь ГО, бах, сейчас у тебя там одна сумма, через секунду в 5 раз выше. Как это может быть вообще? А как было в апреле, так вообще там я читал, что в 10-20 раз у людей увеличилось. Там возмущение было море. То есть они приняли меры, это хорошо. Значит, но все равно, видите, если у брокера есть возможность повышать ГО, то надо быть внимательным. Хотя мне непонятно, если биржа не повышает ГО, какие основания торговые, юридические, да и моральные, в конце концов, у брокера повышать ГО, если биржа с него не требует этого ГО. Как было срочный рынок, воздух на воздухе и очень рискованный вид деятельности, так и остается. Но то, что хоть немножко порядок навели, это уже хорошо. Это значит, Московская биржа услышала людей, в том числе и нас, потому что и мы с вами возмущались, и эту тему обсуждали в эфире. Вот. Второе. Был уменьшен номинал фьючерсного контракта на индекс волатильности RVI. Угу. Номинал уменьшили. С более подробными деталями, торговыми стратегиями, другой информацией вы можете ознакомиться на странице инструмента и странице спецификации контракта. Третье. Вот это хорошая новость. 12 мая начинается цикл вебинаров Ильи Коровина о биржевой торговле и торговле опционами в частности. В данный цикл войдут открытый вебинар «Торговля временем или правда о бирже, которую от вас скрывают». Илья как называет свои семинары. Или «Правда о бирже, которую от вас скрывают». Смелое название. Ну и биржа рассылает это совершенно спокойно, позволяет Илье Коровину говорить эту правду. Вот. Торговля временем на акциях, торговля временем на опционах и прикрытый интрадей. Вот. Такие четыре семинара будут, с 12 мая начинается. Ну, в следующий вторник мы у Ильи, конечно, более подробно все узнаем. По вторникам, как вы помните, в 9:30 Илья Коровин выступает у нас в эфире. С более подробной информацией по ссылочке, да, коллеги, если кому-то будет интересно, могу ссылочки все на сайте разместить. Вот. Но еще раз обращаю внимание, что главная новость, почему она, так сказать, меня очень радует, что Московская биржа за две торговых сессии до экспирации не будет повышать требования по гарантийному обеспечению купленных опционов. Это хорошо. Значит, мы слышим друг друга, видим, так сказать, боль друг друга и как бы начинаем
прислушиваться и делать что-то хорошее для участников рынка. Молодцы, молодцы. Когда московскую биржу критиковать надо, мы ее смело критикуем. Когда надо похвалить за внимание и оперативную реакцию, это надо делать. Вот сегодня московская биржа, молодцы. Ну что, коллеги, двигаемся дальше. Давайте бросим с вами монету и посмотрим, разделит ли она мой оптимизм. Вчера вы помните, что она показала бай по рублю, и рубль существенно вырос у нас. Вот. Монета, видимо, предвидела, что в Йемене кто-то загадочный организует какие-то загадочные, так сказать, действия. И вот, пожалуйста, рубль 37, так на всякий случай, укрепился к доллару. Две монетки, у стороны две монеты, две стороны у одной монеты. Я бы еще одну купил, уже мне человек 10 попросили подарить ее. Надо вообще у Форекс-базуки 10 штук взять и людям раздать. Если людям интересно, почему нет? Sell, buy. Российский рубль. Не буду умничать. Российский рубль. Покупать или продавать. Вы загадаете свой финансовый инструмент, и монета через секунду подскажет вам направление движения. Вот Александр Сыч пишет, и мне надо. Да знаю. Вот, если буду в Питере, может быть, попрошу ребят, вам раздам. Артем пишет также, да. Ну вот давайте пока, так сказать, пока одна монета у нас на всех, давайте ее испытывать. Ну что, российский рубль покупаем или продаем? Оп, смотрим, коллеги. Зараза. Sell пишет монета. Ну что сделать, вот такая судьбина. Единственное, что может быть, ее логика такова, что сегодня пятница, прибыль была хорошая, рост налицо, и может быть часов с пяти действительно начнется уже какой-то фиксинг прибыли. С утра можно покупать абсолютно спокойно, а вот после обеда уже быть бдительным, крупняк начнет уходить на выходные. Ну вот, вполне могут зафикситься и, ну, надеюсь, все-таки не распродадут прямо сильно. Ну, значит, получается, скажем так, укрепление рубля может быть не сильно большим. Вот это не то, что опасность, а вероятность надо, конечно, учитывать, коллеги. Ну что, двигаемся дальше. Давайте поговорим с нашими гостями. Кто что думает на этот счет? Все, напоминаю, все, кто хотят выступить, могут поднять руку и задать свой вопрос. Пожалуйста, так сказать, всем с удовольствием слово дам. Давайте послушаем Антонио сегодня прямо с утра. И Антонио, мне интересно ваше мнение вот по этим действиям, которые принимает Московская биржа. Как вы думаете, они, брокера, если биржа не требует за две торговые сессии повышения ГО, брокера будут это делать или все-таки как бы тоже остерегутся? Доброе утро. Ну, вообще на эту тему исчерпывающий ответ Илья Коровин давал, ну вот на своем сайте, там есть запись, поэтому я могу только там его процитировать, поскольку после всех означенных событий он обращался непосредственно с руководством биржи, разговаривал, но те рассказали ему свое видение. Соответственно, в общем-то, получились в вопросе ГУ могут быть две крайности. Либо вообще оно как бы минимально ГУ, тогда фактически подвергается риску вся система. Если с торговцев как бы не брать дополнительные ГУ в такие моменты, то может возникнуть ситуация, когда просто обязательства, взятые на себя торговцами, они не могут физически покрыть. Ну, то есть фактически margin call возникнет такое, и надо резко вводить откуда-то деньги и так далее. Это одна крайность. А другая крайность, вот именно так, как в этот раз поступила Московская биржа, что вот за короткий срок до экспирации берется по опциону, по-любому, фактически ГО в размере базового актива. Ну, то есть опцион может стоить там 20 рублей, 30 рублей, да, например, а ГО берется там в районе там 20 тысяч с него. Ну, вот, то есть это вторая крайность. И, ну, в общем, получается, они сошлись на том, что эти обе крайности плохи, и биржа пообещала, что в будущем она так поступать не будет. Вот, но что было важно, что вот эти требования по ГО биржа предъявляет не конкретному трейдеру, а его брокеру в целом. То есть биржа имеет дело с брокером. А уже каждый брокер может вот эти риски и требования по ГО распределять на своих уже непосредственно трейдеров, клиентов. И поэтому в этот день разные брокеры по-разному себя вели.
В частности, у меня был Финам, я вот писал это сообщение о том, что я ничего не почувствовал вот в этот день. Да, потому что я так предполагаю, что это все в основном из-за того, что Финам как-то смягчил эту ситуацию. А у других людей, ну, у других брокеров, возможно, они просто перетранслировали один в один вот эту ситуацию, и поэтому так получилось. Вот это, так сказать, мое видение. Ну, а то, что сейчас обещают, что теперь такого не будет, только вот очень большое благо. Ну, для трейдеров большое благо. Ясно. Спасибо, Антоний. Как видите сегодня рынок? Ну, скорее всего, в пятницу традиционно, действительно, как вы говорите, обязательно будет какая-нибудь фиксация. Обычно перед фиксацией, наоборот, бывает такое ложное движение вверх, а потом все начинает весело падать, фиксироваться. Так что думаю, что, наверное, будет такой сценарий, если не будет каких-нибудь глобальных новостей, которые там что-нибудь огромное влияние вот, окажут на это дело. Ну, так, наверное, будет, если по индексам смотреть, опять же будет открытие вверх, вечерняя сессия вчера. То есть, если говорить о уровнях торговли, о которых я упоминал, то есть вот у меня как раз все достигло этих критических уровней, так что фактически, если рынок сегодня пойдет еще выше, я уже буду просто сидеть и наблюдать, то есть скальпировать больше не буду. Если он опять упадет и вернется ниже, то буду скальпировать. Вот такая у меня сегодня торговая идея. Ясненько. Спасибо большое, большое, Антоний. Удачи вам. Угу, до свидания. До свидания. Коллеги, с нами был Антонио, трейдер опционов из Москвы. Александр Сыч. А, вы на работе сегодня. Сори, я забываю все время, что вы на работе. Юрий Чеботарев, трейдер из Москвы и управляющий активами. Как вам видится сегодняшний рынок? Доброе утро. Особенно по нефти. Вчера загадочный рост. Все-таки на Йемене, я так понял, судя по всему, выросли. Как думаете, сегодня продолжится банкет до 70? Вы упоминали эту цифру раньше. Да, я, кстати, считаю, что до 70, в район 70 мы вообще должны сходить. Знаете, как у Булгакова написано, Аннушка уже разлила свое масло. Сегодня мы увидим эффект, опять будет работать эффект толпы на курсе доллар-рубль. Вот, народ побежит сдавать доллары, менять на рубли. Вот, на фоне всех тех событий, которые происходят у нас в стране, вроде бы такая эйфория, что все хорошо, мы скоро, так сказать, догоним, перегоним всех. Вот, ну и на фоне того, что Саудовская Аравия будет там бомбить йеменских повстанцев, вот, на этом фоне мы, так сказать, увидим небольшое движение нефти вверх. Но это все временное явление. Вот. Там, в ближайшее время все это закончится и развернется. Понятно. Не, ну понятно, что временное явление. Бомбы в Саудовской Аравии тоже могут закончиться, это ж понятно. Я, кстати, да, удивился. Конечно. Я удивился, что они возобновили. Я думал, это утка. А смотрите, почему так, как бы? Что там такого происходит? Вроде бы никаких новостей нет. Повстанцы ничего особого не взяли, никаких городов там, никаких наступлений. Даже не помню. Даже было сообщение, что военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили транспортный самолет из Ирана с оружием и заставили его развернуться, опять улететь в Иран. Вот. И на этом фоне, так сказать, поскольку Иран не прекращает поставки оружия повстанцам Йемена, они начинают опять, так сказать, то есть дайте им повод, они вам будут бомбить там столько, сколько можно. Пока не кончится бомба, как вы говорите. Я понял. Ну, просто повод у них, получается, был. Тем более, что иранский самолет там забит, наверное, был под вязку, это понятно. Ясно. Вот такие дела. Ну, в общем-то, эффект толпы. Сейчас работает эффект толпы на российском рынке. На российском. Поскольку он очень волатилен, он очень подвержен разным слухам. Угу. Вот, всяким. Самое интересное, что он подвержен даже патриотическим движениям. Что, в общем-то, является удивительным для мира финансов. А мне нравится. Пусть будет 47. Звучит же цифра 47. Да, 47. Вообще, вот я даже возглавлю это движение. Доллар-рубль один к одному. Yes. Все, вот таким образом и вперед. Я думаю, что вам нужно еще это самое пошить
скажем, вагон мешков и на нем написать доллар по 47 рублей, его будут срочно раскупать. Не говорите. Тем более сегодня выставка Форекс-экспо, там может быть спрос на это. Вот. Ну вот я был много раз участвовал в Форекс-экспо, я так не помню там, честно говоря, такое. Там в основном все-таки больше люди обсуждают системы торговли. Вот там реально, там приходят люди, которые уже в принципе чем-то торгуют, знают, у них одна цель, вот как вы торгуете, как зарабатывать, как с этим. Да. Там, вот такое. Там, кстати, очень конкретные, грамотные люди ходят. Такого, чтобы человек пришел первый раз и прям не знает, что такое там акция или что такое срочный рынок, в общем-то, достаточно немного. Я так понимаю, что это просто, ну, туда приходят уже начинающие трейдеры, опытные трейдеры, пообщаться с брокерами, которые там действительно выставляют, уже как-то поговорить об условиях. У меня такое впечатление вот, из многих лет этого всего. Ну вот сегодня посмотрим, кстати говоря. Мне интересно будет посмотреть, как Interactive Brokers в этой ситуации. В прошлом году у них было много людей, а вот интересно, что в этом году будет у них. Ну вы в основном оцениваете события Forex Expo с точки зрения тех, кто стоит перед публикой. А я, в общем-то, участвовал как публика, то есть часто ходил на эту выставку, вот, ну, там тоже много знакомых. Я немножко по-другому ее оцениваю. Дело в том, что там очень начинающих, особенно вот в залах, где происходят лекции, и вот в том зале, о котором вы будете рассказывать, вот, там просто общаешься с ними, сидишь же в этой массе. Там очень много начинающих, там очень много студентов и пенсионеров. Вот. Может быть, вы их не видите, поскольку они к вам не подходят с вопросами. Они, так сказать, что-то хотят там заработать и научиться этому. Вот. Те, кто там имеет какие-то свои стратегии, разработки, ну да, там есть, так сказать, такая публика есть. Вот. Но она интересная выставка вообще. Во всех случаях она интересна. Ясненько. Спасибо, Юрий. Ну, в общем, я так понимаю, что мы сегодня ждем дальнейшего роста нефти, укрепления рубля и по международным причинам, и по нашим внутренним причинам нашего рынка. Да. Ясненько. Спасибо огромное. Удачи вам сегодня. Спасибо. Коллеги, с нами был Юрий Чеботарев, трейдер, управляющий активами из Москвы. Значит, я смотрю экономический календарь сегодня. Давайте посмотрим. Что у нас, какие могут быть новости оттуда? В 11.00 сегодня, коллеги, индекс делового климата ИФО Германии. Может немножко качнуть. Базовые заказы на товары длительного пользования месяц к месяцу за март. Может качнуть. Тем более, что был предыдущий отрицательный, по прогнозу положительный 0.3. Если будет опять отрицательный, то качнет евро... Это не в 11. В 11 это евро было. Это в 15.30, по доллару базовые заказы длительного пользования. Вот по нему было в прошлом месяце минус 0.6. За март ожидает 0.3. Если будет выше, понятно, доллар пойдет вверх. А если будет ниже, то доллар может качнуться вниз. Это такой индикатор, он звучит время от времени. Его рассматривают. И в 17.30 выступление главы Банка Канады Полоза. Я не знаю, он каждый день выступает. Я уже замучился его, так сказать, озвучивать. Вот. Ну, тоже на канадца может повлиять. Влияет он иногда. Сегодня в 17.30, коллеги. Ну что, я тогда ссылочку на Forex Expo кидаю в чате. Те, кому интересно побывать там сегодня-завтра, всех будем рады видеть. Как я говорил, сегодня я буду там с 12, постараемся все виды наши мобильные, с мобильников ходить, с ноутбука, то есть с людьми поговорить, надеюсь, будет вам интересно. Вот, встреча сегодняшней в 13.00 Вячеслав не может, он предупредил, поэтому где-то во второй половине дня мы уже с ним более предметно эту тему обсудим. Вот, может быть, часа в 3. Ну, в 3 я буду выступать просто, да, в 3 часа вряд ли получится. А вот где-то, может быть, часов в 5 я попрошу его. Ну, посмотрим по ситуации, как это будет. А может быть, на понедельник перенесем, потому что сегодня еще плюс ко всему пятница. Если в час не провести, то позже уже так не сильно это актуально.
Вот. В 16.30, кстати говоря, может быть и Кира Ихтенко сегодня. Но тоже посмотрим. Если все-таки это сильно поздно, то уже, конечно, рынок закончен. Уже лучше, может быть, в понедельник этой темой позаниматься. Все, коллеги, спасибо всем огромное. На этом торговый план завершаем. Основная идея сегодняшнего дня. В Йемене продолжает оставаться сложная ситуация. Саудиты собираются продолжить бомбардировки, так сказать, повстанцев на территории Йемена. Естественно, это будет удорожать цену на нефть. Естественно, рубль пойдет вверх в этой ситуации. Надеемся на этот рисунок и сегодня. Значит, единственное, что после 5 вечера надо быть повнимательнее, возможен фиксинг, потому что пятница. Все может немножко качнуться назад, независимо от международной обстановки. Всем спасибо огромное и удачи сегодня.